Мировой ралли начинается с Владивостока. Знаменитый гонщик Торухито Сугавара обкатывает свой хино на приморской трассе перед тем, как отправиться на новый этап ралли в Монголию. Японец становится победителем трансконтинентального марафона в четвертый раз. Знаменит гонщик из страны восходящего солнца еще и тем, что обычно принимает участие в ралли с отцом, который уже разменял седьмой десяток. На этот раз японец прибыл во Владивосток с семьей и с удовольствием делал комплименты городу, в котором, по мнению гостя, есть немного Европы и много Японии. По перевалам и обрывам, как по асфальту. Колеса высотой 120 сантиметров позволяют преодолевать сложнейшие участки дорог во время гонок ралли «Дакар». Знаменитый гонщик из Японии Торухито Сугавара не только рассказал историю своих побед, но и позволил желающим стать частью экипажа на местной трассе. Именно на этом грузовике в своем классе я уже не раз выигрывал ралли «Дакар». Однако большая разница в мощности по сравнению с большими грузовиками. Сейчас мы сделали ее мощнее на 150 лошадиных сил и усилили подвеску, чтобы мощность передавалась на колеса. Очень надеюсь, что смогу победить в этот раз, и зрителям будет интересно смотреть на нашу гонку. Дважды в год Торухито делает остановку во Владивостоке. Он уже многое видел в нашем городе, поэтому с удовольствием поделился впечатлениями. Мне нравится Владивосток. Когда первый раз приехал, я очень удивился, что недалеко от Японии есть место, где можно почувствовать Европу. А еще здесь много японских машин и товаров из Японии в супермаркетах, поэтому ощущается дух Японии. Торухито Сугавара – давний друг приморских автоспортсменов. Это уже шестой визит Торухито во Владивосток, но впервые вместе с ним приехала его супруга и маленькая дочь. 8 лет назад познакомили нас общие друзья, но ввиду того, что технохолдинг «Суматори» является дилером «Хино Моторс» в России, представляет «Хино» во многих городах эксклюзивно. И вот на фоне работы с «Хино Моторс» мы познакомились и с ним, и стали большими друзьями и в личном плане, и в плане развития автомотоспорта. Он стал большим другом не только моим, но и Приморского кольца, и всего автомотоспорта. Желающим Сугавара представил возможность проехать в кабине грузовика по участку трассы. Самым сложным для непосвященных оказалось забраться на сиденье, так как кабина находится на высоте примерно 2 метров. Ну вот, мы только что закончили трассу. Самое яркое впечатление – болит голова. Но это неудивительно, такая тряска. Хотя машина держит трассу уверенно. Видимо, это самый оптимальный вариант для наших дорог. Олеся Грузинская, Сергей Гусаров, Новости 24, Владивосток.